И всем хай, с вами XDRTN. Сегодня мы говорим о сцене, как с ней работать, а именно сцена в монтаже. Не в рисуемом фильме, а именно в монтаже. Ну что ж, начинаем видео, let's go! Что же, для начинающих аниматоров это видео будет очень полезно, потому что до недавнего... Ладно, короче, когда я начал, только начал анимировать, я вообще не знал, что нужно... работать с разными сценами. То есть я все пытался сделать одним дублем. Огромную анимацию, там под 100 кадров, я пытался вместить в один дубль. Как вы понимаете, это не очень хорошо сказывалось на анимации. Поэтому вот как правильно делать. Делаешь, например, одну сцену, которая... Один фрагмент. Например, чел идет. Дальше меняем ракурс на то, как он уже, например, бежит. Это... Эти две разные анимации, это разные сцены, которые мы будем слеплять в монтаже. Что ж, здесь всю суть уловили. Всем спасибо за просмотр. Извините, что такие короткие видео. Ну что, всем удачи и всем пока-пока.